В багровом зареве закат шипучки пенен, березки белые горят в своих венцах. Приветствует мой стих молодых царевен и кротость юную в их ласковых сердцах. Пророческое стихотворение, написанное 17 июля 1916 года Сергеем Есениным в честь приезда в госпиталь царских дочерей. Ровно через два года они вместе с отцом Николаем II были расстреляны в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге. О жизни и творчестве любимого поэта Сергей Никоненко знает все. Интересными фактами поделился и с волокжанами. В областную столицу известный актер театра и кино, кинорежиссер, приехал, чтобы открыть всероссийские беловские чтения. На днях он завершил работу над 223-й ролью в картине «Под рабочим названием «Мост», но для волокжан детальный разговор о близком и дорогом, о фильме «Целуются зори». Это одна из 15 картин в копилке Никоненко-режиссера. Картина понравилась зрителю, но вызвала массу вопросов и непонимания со стороны цензоров. Да ныне, если уж историю этой картины чуть рассказать, давай я тебе перемонтирую. Видишь, меня начальство СИЗОВ, генеральный директор студии «Масина» заставляет это сделать. Он смонтировал, я посмотрел, пришел и сказал монтажеру, говорю, верни все так, как было. А было так, как задумал сам Василий Белов, ведь фильм снят по его сценарию. Он передает атмосферу Вологды конца 70-х годов, провинциальную глубинку, непонятую столичными цензорами. Лента прошла 7 худсоветов. Обвинения осыпались самые разные. Картина-то у нас очень не самая плохая была, она у нас даже очень добрая картина. Я уж не говорю, какую роль тут, ведь это я его крестный отец. Андрюш Смоляков, видите, заметили, он сейчас все главные роли от всех сериалов. Он, когда ты успеваешь, я вас встречу, он совсем иначе выглядит. Тогда это мальчишка 19 лет. Таких встреч в жизни Сергея Никоненко множество. Более 50 лет в кино, в театр пришел поздно, только в 55. Покорил сердца зрителей, обрел единомышленников, удостоен множества наград. Гордится тем, что учился во ВГИКе у самого Герасимова. Это лучшая, я считаю, школа. Потому что его ученики, начиная от, вы знаете, что у Герасима учился Жонов, Олейников, это еще довоенные ученики, Любовь Соколова, потом Бондарчук, потом Инна Макарова, потом он создал судьбу Ноны Мордюковой. Это главная удача, что я попал к Сергею Полинаровичу в жизнь. В течение полутора часов Сергей Никоненко рассказывал сам и отвечал на вопросы. Читал стихи, перевоплощаясь в разные образы. Актер по призванию признался, что самое плохое в жизни как актера, так и режиссера – скучное искусство. Играя, нужно проживать роль, а снимать только стоящее, наполненное смыслом картины. Мне очень нравится Василий Иванович Белов как писатель. Я читал практически все его произведения. Нравится очень фильм «Целуются зори». И для меня, я думаю, для всех волокжан уникальная возможность, которая сегодня была, встретиться с режиссером этого фильма. Сергей Петрович, конечно, очень человек обаятельный и актер очень известный. Поэтому интересно было его увидеть, послушать стихи в его исполнении. И здесь надежды полностью оправдались. Стихи он читает замечательно. Чувствуется такое авторское прочтение, поэтому как-то это западает в душу. Волокжане вновь встретятся с Сергеем Никоненко на торжественном вечере в рамках юбилейных мероприятий, посвященных 85-летию Василия Белова 23 октября. Марина Березина, Михаил Прищев, Вологда РФ.